Полезные программы. Пократ. Пократ – это бесплатная программа для редактирования содержимого BSP-карты. Вы вручную можете добавлять в контейнер вашей карты дополнительный контент, такой как текстуры, модели, звуки. Сначала нужно открыть карту, и мы сразу увидим файлы, вшитые в нее. Если вы работаете с распакованным контентом игры, то по нажатию кнопки «Auto» программа загрузит все используемые картой файлы, и вы сможете делиться вашей картой с другими, не боясь отсутствия текстур у них в игре. Кнопка «Scan» сканирует и показывает нам весь контент, который использует карта, но добавить его можно только если ваши игровые архивы распакованы. Ну и наконец, кнопка «Add» добавляет необходимый для карты кастомный контент. После добавления нажимаем «Save» и пересохраняем нашу карту. Если нажать «View», то мы сможем посмотреть доступные файлы в открытом виде. Ну а кнопка «Edit» позволяет нам переименовать файл и путь к нему. В принципе, это все. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами.